Первый заместитель губернатора НАУ Юрий Мурадов высоко оценил качество огурцов и зелени Ненецкой агропромышленной компании. Сегодня он с рабочим визитом побывал в тепличном комбинате «Солнышко», где обсудил с руководством ряд проблем. По словам Юрия Мурадова, к развитию сельского хозяйства в округе необходимо применять самые современные подходы. В подвале площадей не хватает. Мы ежегодно закупаем до... В этом году 16 тонн получилось, закупили сетка лука. И вот выгонка зеленого лука тоже постоянно есть. Ознакомительная экскурсия для первого заместителя губернатора НАУ Юрия Мурадова началась с осмотра самой большой теплицы. Сейчас здесь выращивают огурцы и зелень. Раньше свежую продукцию местных аграриев закупали детские сады и школы. Сейчас с тепличным комбинатом сотрудничают только два дошкольных учреждения. Впрочем, конкурентов у «Солнышка» хватает. Взять, к примеру, цветочную рассаду для озеленения города. Вот сколько же 3 года у нас проблемы, да? Конкурсы проигрывали. Их выигрывают, как правило, Архангельск, или там ребята откуда-то везут эти цветы. Но качество, конечно, то озеленение, которое было, когда делала агропромышленная компания, то, что сейчас делается в городе, ну, это небо и земля. Предлагаем свое что-то, но вот себестоимость мы не вкладываемся в ту, которую предлагают, будем говорить, наши конкуренты. Впрочем, спрос на цветы для открытого грунта есть. Местные жители закупают здесь рассаду для озеленения своих участков и дворов. Пусть и не в таких глобальных масштабах, как это мог бы делать город. Кроме того, большой популярностью у населения пользуется огуречная рассада. Теплицы есть, они покупают у нас, высаживают. Она тоже у нас по срокам, там конец мая, начало июля. Заказали. И... А в домашних условиях растет? Растет. На подоконниках, да? На подоконниках растет. В основном огурец с томатом. Здесь редиска. Сейчас вот она. Какой цикл, сколько занимает от момента посадки до готового продукта? 2 месяца. 2 месяца? Да, это для огурца, а для томата 4. Анатолий Чудочин говорит, тепличный комбинат готов увеличить объем урожая и обеспечивать население свежими овощами и зеленью круглый год. Но для этого требуются дополнительные площади, а их на сегодня нет. Новая теплица до сих пор не достроена. Я надеюсь, что вот... В ближайшее время мы разберемся с той теплицей, которая у нас недостроена, и взамен вот этого замороженного проекта мы получим какую-то современную наработку российскую, последнюю, да, из того, что позволит нам здесь выращивать эффективно овощи и снабжать прежде всего город, ну и регион свежими своими продуктами. Для нас обеспечение продовольственной безопасности – это немаловажный вопрос с учетом нашей логистики. Как отметил первый заместитель губернатора НАУ Юрий Мурадов, к развитию сельского хозяйства в регионе необходимо применять современные подходы. Ирина Нежалова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».